Вот я бы посоветовала пойти в Восточный Лондон. В Восточном Лондоне, в Шордиче, можно увидеть много интересных граффити, современное искусство и вообще очень интересные люди, которых, наверное, не увидишь больше нигде в мире. Второе место я бы посоветовала пойти в Западном Лондоне, в район Челси. Там можно увидеть традиционную архитектуру Лондона, очень красивые дома, очень уютные заведения. И третье место – это, наверное, там, где мы сейчас находимся, Лондон-Бридж. Самый знаковый мост этого города. Обязательно нужно увидеть его лично.